Друзья, это жуткая новость пришла к нам буквально 5 минут назад. На данный момент в России еще никто об этом не знает. Мы узнали сами первыми и сейчас хотим об этом рассказать вам. Нам стало известно о том, что на данный момент готовят к сложной операции в одной из лучших клиник города Москвы известного советского российского актера и театра и кино Бориса Щербакова. На данный момент Борис Щербаков находится в больнице, в каком он состоянии, мы пока не знаем. Родственники пока отказываются что-либо комментировать, медики не выходят на связь. Подробностей очень мало, друзья, мы будем держать вас в курсе всех событий, надеемся, что с актером все будет хорошо. И уже завтра на утро, друзья, на нашем канале мы сможем вам более подробнее рассказать обо всей этой трагедии. Просим вашей поддержки, будьте всегда с нами, подписывайтесь на наш канал.